Преступники активизировались в начале января из-за легкой наживы в праздничные дни. Особенно способствовало этому знание о получении многими россиянами социальных выплат, пенсий и открытия накоплений в банках. Еще одним фактором роста мошеннической деятельности стала пандемия. Самым распространенным сценарием аферистов остаются звонки в роли сотрудников банка. Подробнее об этом читайте в наших новостях.